Производство канала Drive о машинах с Крисом Харрисом. Эксперимент с Мерседесом C63 AMG. Перевод группы BMI Russian. У Mercedes C63 купе есть несколько ярких свойств. Одно из наиболее примечательных – тот факт, что его маленький двухдверный кузов, в котором обычно живет дизельный движок объемом 2,2, носит в себе 480-сильный V8 объемом 6,2. Это, кстати, на 66 сил больше, чем у BMW M3. Но, пожалуй, самый большой повод для радости у этой машины — соотношение между этим V8 и ее задними колесами. Понимаете, стоящий за моей спиной C63 AMG оснащен пакетом Power Pack, а это значит, что его двигатель выдает 480 лошадиных сил и 499 ньютон-метров крутящего момента. Солидные цифры, но у задних покрышек ширина составляет всего лишь 255 мм. По мне, так это дает ему невиданное соотношение мощности к резине. Давайте введем в оборот термин «коэффициент мощности к резине». И по данному показателю, эта машина — лидер в своем классе. Если не брать в расчет такие автомобили, как 1099-сильный Koenigsegg Agera R, то я навскидку не припомню ни одной машины, которая была бы так хорошо приспособлена к убийству собственной задней резины. Итак, у нас C63 на полностью стоковой резине. Диски 18-дюймовые, задние шины шириной 255 мм, передние — 235. Вся вспомогательная электроника сейчас включена. Занос пытается уйти везде, где только можно. Мы сейчас находимся на испытательном полигоне Милбрукс, а он славится своей подлостью. Крайне нежелательно, чтобы колеса уходили за пределы полотна. А еще держака маловато, покрытие здесь бетонное, довольно жесткое испытание для резины. Как видите, мне приходится совершать много коррекций рулем. Боже, да чего ж машина-то хороша? Но знаете что? В таких условиях нет ощущения, что машина прекрасно держит дорогу. Мы часто употребляем термин «механический держак». Под ним мы подразумеваем сцепные свойства шин. Аэродинамика у этой машины не обеспечивает дополнительного держака. Зацепа, по ощущениям, маловато, поскольку покрытие сейчас мокрое. Что же произойдет, когда я поставлю на нее покрышкой шириной 125 мм? Уму непостижимо. Все правильно. Мы сейчас поиграем с коэффициентом мощности к резине, причем еще больше в пользу этого мотора. Это у нас докатки, которые используются, чтобы вы смогли добраться до ближайшей мастерской в случае прокола. Причем это особые фирменные докатки AMG с огромными спицами, чтобы они смогли налезть на эти огромные тормозные суппорты. Ну что ж, вот он переход с 255 на 125. Выглядит довольно неустойчиво, не так ли? На эти наши наработки можно посмотреть с двух разных сторон. С одной стороны, мы можем достать калькулятор и поступить как задрот, рассчитать точный прирост коэффициента мощности и ширины резины, или точное уменьшение соотношения резины к мощности, я не знаю, короче. Или мы можем поступить так, как раньше ляпнул мой оператор Нил. Типа, подождите, докатки шириной 125 мм примерно в 3 раза уже, чем нормальные покрышки шириной 255. В итоге мы получаем примерно в 3 раза больше лошадиных сил. Так что давайте на минутку предположим, что у машины примерно 1200 лошадиных сил. В итоге, что мы получаем? За мной стоит C63 купе мощностью 1200 лошадиных сил. А это просто замечательно. Так что вот, это C63 AMG купе с пакетом Power Pack. 480 лошадиных сил на резине шириной 125 мм. Что ж будет-то? Коробка сейчас в ручном режиме, вся вспомогательная электроника выключена. Ну давайте начнем, посмотрим, что получится. Шины накачаны примерно до 4,2 атмосфер, по ощущениям так немало. Итак, правый поворот, чуть-чуть нажимаем на газ. Погнали, и в занос машина срывается просто моментально. Это просто охренительно круто. Похоже, мы только что изобрели лучшую во всем мире машину для быстрой езды. C63 купе на докатках — это... он вполне может быть... машиной с лучшей в мире управляемостью! О, давай!
прошлый раз я проходил этот поворот на третий, а сейчас я кручу рулем от упора до упора. Держака на третий нет вообще, она просто скользит. У меня даже не получается все с такой скоростью одновременно делать. Но в остальном все прекрасно. Здесь стоит блокировка дифференциала. В стоке ее нет, но сейчас она нужна как никогда. Да ладно. Я давно не катался на машине с такой классной управляемостью. Она такая предсказуемая. Столько радости, столько радости. Итак, первые впечатления. Если вы собираетесь покупать C63 AMG, обязательно ставьте его на докатке. Сейчас мы подобрались к той части видео, в которой мы расскажем о морали этой коротенькой басни, пока вы любуетесь эффектной замедленной съемкой на 200 кадрах в секунду. В фильме «Химен» сделано что-то похожее, но здесь в качестве бонуса вы получаете этот классный объемный V8. Можно ли извлечь какие-нибудь полезные выводы из установки откровенно хилых колес на AMG с последующим размашистым дрифтом? А знаете что? Вполне. У современных спортивных машин время на круге и поведение на треке настолько возведены в культ, что езда на нормальной скорости становится скучной. Ведь когда ты просто катишь на работу, машина даже близко не раскрывает своего характера. Ладно, 125-я ширина — это перебор, но наш эксперимент показал, что более узкие покрышки означают больше удовольствия от езды. А на обычных дорогах веселье — это лучше, чем скорость. Перевод группы BMI Russian. О машинах с Крисом Харрисом и все остальные шоу, которые мы переводим, на нашем сайте bmirussian.tv. Если вы хотите стать нашим спонсором и размещать рекламу в видео и на наших ресурсах, обращайтесь к администрации нашей группы ВКонтакте vk.com/bmirussian.